Ростовская область вполне может стать регионом, в котором не будет проблемы с задержкой зарплат. Уверенность в такой перспективе выразил губернатор Василий Голубев на совещании по ликвидации задолженностей по заработным платам на донских предприятиях. Вероятность этого обуславливается значительным снижением общего числа долгов за текущий год почти в 3 раза. У нас вполне реальная возможность уйти, в конце концов, в регион без долгов по заработной плате. Вот эти шаги, которые не нужно никому показывать, доказывать, они очевидны. Но пока мы не ликвидируем, задача не решена. Поэтому мы можем к этой ситуации прийти, если с вами будем работать, извините, в одной пряжке и в одном направлении. И это задача для всех. Главы муниципалитетов, министры и заместители губернатора доложили Василию Голубеву о состоянии дел в этом направлении на сегодняшний день. Большинство предприятий, на которых была задержка по выплате средств, аннулированы как юрлица, а их имущество выставлено на аукционы, чтобы покрыть затраты на выплату работникам. Губернатор поручил ответственным следить за скорейшим решением проблемы, а ситуацию по некоторым предприятиям взял на личный контроль.